Dutaycall United Offensive представляет прохождение и продолжение битвы. Как я понимаю, первая глава у нас сами успешно закончена. Или Зов Долга, второй фронт, если правильно перевести игру. Итак, ну что ж, с вами битва за Бастань. Обзор событий, собственно, все понятно. И мы с вами продолжаем прохождение. С вами Юранка. Всем привет, ребятушки. И мы двигаемся дальше. Итак, что хотелось бы сказать. Загрузка, второй фронт, дополнение. Нажмите, чтобы начать задание. Прошу вашего внимания, джентльмены. Ага. Сегодня мы видим здесь несколько... Рояльный, какой-то рояль, мной, воздушная форс. Курс дела. Бомбер команд. Номер 9. Была оказана бомбическая честь проверки новых команда. Бомбардировщиков Янки Б-17. Ага. Называем эту машину «Крепость-1». Крепость-1. За последние несколько месяцев мы проводили бомбардировки северо-восточной Европы с большой высоты. Такие задания намного опаснее, чем те, в которых вас использовали. За ну да, нас всю игру только и делают, что используют. Спасибо, хоть что сказали правду. Дня, поэтому там, наверху, средь темной ночи. Да, сегодня бздительны. Нашей целью является ну что ж. Тяжелой промышленности в окрестностях Роттердама. В Роттердам до Пари? Но вы пролетите над несколькими поясами тяжелых зенитных орудий, а также весьма деятельными аэродромами Люфтваффе. Люфтваффе. Сейчас мы эту вафлю накроем. Возможно, 109-е, быстрые и смертоносные. Ничего страшного. Держитесь в строю. Держимся, оставьте ребята, за свою задницу. И бомбическое командование, рояль, воздушные форс какой-то, солдаты, воздушные форс. Форс какой-то, форс-мажор. Еще есть слово, это, наверное, оттуда и произошло, форс-мажор. Так, 2 сентября сегодня в партии был промышленный комплекс. Блин, написали, знаете, как вот врачи, когда пишут диагнозы, доктор, что со мной? Спрашивается, здесь примерно то же самое, то, что вы сейчас вот видите, вот в верхней части экрана. Только средь бела дня могу, по-моему, распознать, что здесь написано, все остальное шрифтом где-то над английским каналом. О, ребята! Это что, пародия на Саб-Зиро? Или на Скорпиона? Все места заняты. Че, мы с вами просто не наблюдать. А, как бы... А, ну, в те времена окон для самолетов не придумали, поэтому окон ни у кого не было, как мы с вами видим. Были только противогазы. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, ребята. Мы с вами, как говорится, не впервой. Уже привыкли. А, нам с вами нужно взять аптечку. Возьмем, у нас тебя показывают самолет за моей головой. Зеленый. Верхняя турель. Ойл. Ойл — это масло. Это меня так зовут? Масло? Спасибо. Хорошее имя. Масло. У нас тебя пулемет. И сейчас начнется Звездные войны, я так понимаю. Где-то под Берлином. Итак. Ну что, ребята? Как-то слишком тихо стреляет пулемет. Зенитка, держусь. За что держаться-то? Куда смотреть? Куда стреляем-то? Никого не видно. Черный дым у нас с тобой. Торфяники в небе горят. Все почернело. USA Airlines. Дешевые перевозки по Европе. Да. Что-то у нас с тобой взрывается, падает, винты у нас с тобой карта сыпется. Ну, Берти, все. Надо было, так сказать, платить за перелет. Потому что... Что он говорит-то, я не слышу. Ну, бывает, мужики полетели. Мужики, а что вы не надели парашюты? Энди. Сохраняем строй. Летим, как подобает, как положено дальше. Наконец-то пришвартовываемся с самолета резким пикированием. Как там называлось в этом, в каламбуре? Большое пике? Вот он совершил большое пике на 200-й серии. Это они, что ли? Ну-ка, стоять, бояться, враги народа. А где же гаишники, которые останавливают самолеты? Проверяют документы. Мы будем в роли гаишников. Так, это направляется, так понимаю, на нас. А, нужно брать чуть вперед, нужно упреждением брать. Нужно чуть с упреждением стрелять. Я так понимаю, у нас вроде получается.
вражескую. Так, ой, это... Ой, простите, пожалуйста. Да, это один из ваших. Будем знать. Простите, пожалуйста, что мало досталось. World of Warplanes. Такого даже и не снилось, ребята. Какие у нас с вами... Какие у нас с вами битвы. Куда стрелять-то здесь народу? Со всех сторон летят. Да что ж такое? Не дают мне никакого покоя. Ой, мужик полетел. Турбулентность сдула ветром. Попутными ветрами отправила его обратно в Германию из Европы. Да, Германия, это что же, по-моему, Европа, правильно? Так, а что надо-то дальше? Кто где летит? Добрый вечер. А, все, подбили. Есть, говорит. Поесть, походу, хочет. Накормите мужика. Как сражаться, когда ты не наелся? О, здравствуйте. Ну-ка. 12 часов, говорит, и выше. А это вот на нас направляется. Ну-ка, ребята. Какая-то у вас лажовая люфтваффе. Вообще говорили, что это одна из самых великих было немецких воздушных подразделений. Но что-то люфтваффе вафлит явно. Ой. У нас с вами летучая крепость. Раздает 7 лещей. Истребитель на 3 часа. Ну-ка. Добрый вечер, все. А че он не пробивается, я не понимаю. Так, о, смотри, 5 мы с тобой, походу, подбили. У нас с тобой даже нам звездочки дает. Опс. А, у нас, оказывается, и так даже камера поворачивается. На 6 часов. А, у нас даже назад поворачивается пушка. Терпите, мужики, терпите. На 6 часов. За огнеметом? Давайте возьмем огнемет. Откуда на самолете огнемет? Непонятно, правда. Мужик, пододвинь свое, пожалуйста. Мужик, отойди, ты мешаешься. Ты че, умер? Ну, не повезло тебе, наверное. Не знаю, от чего он умер. Может, ему меньше будет пародировать. Меньше будет пародировать... Скорпиона. Вот ему и случилось так называемое Get Over Here. Вот тебе и Get Over Here. Бабах! Сейчас мы с вами немчуру поставим на место. Ух! Все, никто не уйдет от нас. Минус. Да, парень. Полегче. Всю эскадрилью сейчас мы у них вынесем. Ничего не вижу, куда стреляем вообще. За этими супер-мега-крутыми квадратными шестигранными, как мой гаечный ключ, спецэффектами. Нам с вами дают какие-то кресты, правда, непонятно, за что нам дают с вами, американцам, немецкие кресты. Вознаграждение за то, что мы с вами гасим немецкую эскадрилью, куда все пропали. Я так понимаю, скрипт еще пока что не сработал. Все, перерыв, что ли? Так, а что у нас с вами? А, крыло заднее немножко повреждено, давайте его починим. Что надо? Взять гаечный ключ? О, батюшки мои, здравствуйте. Разгерметизация, но нас это с вами не пугает. Защищайте бомбардировщик. От кого? Мужик, get over here. Энди, это лидер бульдога. Вы меня слышите? Прием. Конечно, слышим. Смотри, какие поля квадратные, а. Лидер бульдогов, это Энди. Слышу вас хорошо. Прям как в моей тетрадке за 6 класс. У нас мало горючего, нужно возвращаться домой. Удачи. Прием. Так у нас тоже мало горючего. Мы с вами одинаково все вылетели. Залейте соляру туда. Попросите Вин Дизеля, Иван Соляру. Так кто это, враги? А это наши? Это наши. Че, сами по себе в смысле? А сейчас их, наверное, и собьют. Ну, кого-то сейчас, наверное, собьют, тут до дома не долетит, я так понимаю. Вроде не попадает пока что, живем. Батюшки мои. Пожар! Звоните 112, вызывайте пожарную инспекцию. 108 ВХ.
Волхак! Ребятушки, это же читы. У нас с вами читаки летят. Давай починим двигатель. Быстрее найдите огонь и отключите двигатель. Давай, поскорее, поскорее, скорее, скорее, чиним. Мужик, ты что, не можешь вентиль повернуть, что ли? Чего у тебя сердце прихватило? Так, давай отправим их обратно назад. Кого стрелять-то, не пойму опять. Понимаю, что, конечно, по врагам народа, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Ну-ка. Остановились враги народа. Я бегу. Бегу, 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 бегу. Сойер, дай пройду. Не мешайте, здесь Сталин на дороге, блин. Как могу. Сойер нашего, походу, зовут. Главного героя. Тут в честь Тома Сойера решили его назвать. Смотри, сколько нам с тобой медалей дадут. За истребление. Капитан Фредди стремительно падает. Туда ему дорога. Фредди, падай. Не забудьте парашюты. Вот сейчас мы с вами, ребята, устроим вам сладкую жизнь над Европой. Все, полетели, мужики. Бабах. Все, аккуратненько. Спокойненько у нас с собой. Квадратные пропеллеры. Стреляем, ребята. Такое чувство, как будто я стреляю здесь один. Они стреляют, но ни в кого не попадают. Ну-ка. О, хорош. Что надо? Да что такое-то? Верхнюю турель. Ты чё, мужик? Просыпайся. Вот что бывает, когда не даешь экипажу время на отдых. Куда? Вот я не могу теперь свой прицел опустить. Правая сторона. На 9 часов. 9 часов это откуда? Это слева. Бандиты. Это не бандиты, это враги народа. Все, так. А, вот у нас пока на 9 часов, да? Здесь, говорит. Кто-то здесь. То ли есть, то ли здесь, не поймешь. Истребитель на 3 часа. Поворачиваем. По часам. Так, вот вижу, истребитель на 3 часа. Враги народа. Ну-ка. Самолетный вертолет. А, он сам разбился об самолет. Походу, камикадзе у нас с вами. Сюда, ребята. Сюда решили залететь ребята из Японии. У нас мало-помалу разваливается наш вертолет. Что-то мне это напоминает немножко какой-то российский авиапром. Ну-ка. Во! Здесь. Так, откуда? Фрицы. Не, братан, все медали достанутся, и слава, как всегда, только мне одному. Вы там ни в кого не попадаете. Щайте бомбардировщик. Ну-ка. Стоять боится. Да что такое, не попадаю по нему. Так, идет на разворот сейчас. Мы... Бегу как могу. Сейчас, скорее всего, как всегда, всех поубивают. Но здесь только одни пулеметы. Здесь скучно. Это же не Battlefield, конечно же. Современный. Что-то как-то их слишком, по-моему, много. Истребитель на 3 часа. Кого-то еще сбили из наших. Так надо было, потому что изолентой дырки заделывать. На 3 часа я никого не вижу. Мне даже сюда не поворачивается пулемет просто-напросто. На... Бандит на 9 часов. Так, куда стрелять? Вправо. Слушайте, хоть бы самолет бы залатали. Я, конечно, понимаю, что вентиляция необходима для того, чтобы
Чтобы можно было лучше дышать. На тебе. Истребители на 3 часа. Найдите, отключите топливо, пока двигатель не взорвался. А толк-то? В смысле отключить? Отключите топливо. Где? Мы если отключаем топливо, мы как лететь-то будем без топлива? У нас с тобой немножечко дырок понаделали. Чуть-чуть так чисто крылья подырявили. А, это был один из ваших? Ну, простите, ребята. Одну медаль можете у меня отобрать, хотя мы с вами уже их десяток должны давать. Ну, бывает, что теперь? Friendly fire никто не отменял. Кто виноват, что он под пули лезет? Не я его собью, так его другие собьют. Не собью я, собьют. Собьют его враги народа. Понял. Масло. Интересно ему, конечно. Надо было Коин его назвать. Фриц Коин. Где? Что-то у нас от этих люфтваффе люфтит немножечко самолет, по-моему. А, во, все. Бандиты. На тебе. На тебе. Бандиты 9 часов. Так, ага, вижу. Появляются из ниоткуда. Что-то какая-то явно у них невеликая авиация. Ну-ка. Airborne. Воздушное рождение. Так, на 3 часа разворачиваем свои пушки. Но я так понимаю, что все-таки собьют. Я уж не знаю, ребята, это просто какая-то жесть, конечно. Мы с вами как можем. Но это... Как он разворачивается, да? Вижу. Во! Но упреждение надо было сильнее брать. Все, в дыму что-то ничего не видать. Ничего страшного. Пару пуль хуже не сделают. На тебе. Во, хорош. Так. У нас с вами показалось, что у нас здесь с вами российский флаг, потому что белый, синий, красный. Ага, я так понимаю, они сзади теперь на нас летят. Ну-ка. Так, этого тоже что-то подстрелили, походу, он уже у нас подстреленный. Разворот. Ну-ка. Все, игра сохранена, отлично. Что-то радует, ну как радует, относительно. У нас небольшая турбулентность, ребята, держитесь. Может немножко потряхивать. Сдается мне, что добром это особо не закончится. Хотя вроде живы. Баллоны с кислородом. Жесть, смотри, суки, мы с тобой сняли. Так, что-то надо сбросить. Ребята, мне говорят, что нужно сбросить лишний груз. Похоже, что нужно вас всех выкинуть отсюда. Как надо сделать? Куда потянуть за какой рычаг? Ручного сброса. Где рычаг ручного сброса-то? Я ничего не вижу. А, вот это что ли? Рычаг ручного сброса. Как вас сбросить? Ребят, не подскажете, пожалуйста, где здесь рычаг ручного сброса? А, во, ну-ка. Во, смотри. Играла шарманка, как у этого, у Баскова.
Она же в стране, что-то кто-то там. В смысле, я не подчинился приказам? Я все сделал, как сказали. Ничего не попутали. Говорит, не подчинился приказам. Слышь, ты поаккуратнее с такими-то выражениями. С тобой все-таки тоже не пальцем деланное. Все сделали как надо, сказали шарманку завести. Мы завели шарманку. А Баска все равно недоволен. Так. Давайте еще раз. Не подчиняй приказов. Все, открываем, открываем. Давай, шарманка, поворачивайся. Отлично, давай, хорош, открыли. Ну что, полетели ракетки. Все лучше фрицем, что называется. Ну-ка. Хорош. Пэй, ловли, 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 бомб, ловли, 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 бомб, ловли, ловли, ловли. Все. Хорош. Красавчики, отлично сработало. А можете теперь как-то закрыть люк, пожалуйста? Бегу, 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 бегу. На все руки, мастер, видишь, какой у тебя... Ой, батюшки мои. Ой, Дойл полетел. Дойл. А у нас парашют-то есть, чтобы катапультироваться-то? А, ну лох, хоть мы молодцы, квадратный парашют. Такие же, как и ветра, собственно, квадратные в этой игре. Но, собственно, все должно быть правильно. Ну и, собственно, мы с вами, ребятушки, бомбардировщик назывался задание. Мы его успешно выполнили. Настоящие победы, победы мира, а не войны, как говорится, Ральф Уальдро Эмерсон. Или, как говорится, надо было платить налоги. Также одно из самых великих выражений. Ну или еще денег нет, но вы держитесь. Так что, ребятушки, на этом пока что все. А вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание, до новых встреч. Скоро увидимся, не переключайтесь, огромное количество гайдов, летсплей, всего, что тут сможете найти у меня на канале. С вами был Ширанка. До новых встреч и пока-пока, ребятушки. Скоро увидимся.